Надежда Ермакова призналась в соцсети, по какой причине начала резко полнеть. 38-летняя звезда «Дома-2» написала, что в последние дни ее многие начали поздравлять с беременностью, жесть, а я просто разожралась, плюс 12 килограмм. По словам Надежды, в начале февраля она стала весить 72,5 килограмма. Такие цифры на весах шокировали Ермакову. Она решила отдать предпочтение одежде оверсайз. Надежда также осознала, что не успеет похудеть ко дню рождения. 39-летие блогерша будет отмечать уже 5 марта. Поддержать Ермакову решил ее супруг Даниэль Чистов. Кроме того, он помог ей разработать индивидуальную систему питания, которой знаменитость теперь придерживается. Спустя 10 дней Надежда обнаружила, что похудела до 68 килограмм. Она обрадовалась, но после этого вес перестал уходить. Звезда реалити-шоу начала отекать и снова расстроилась. Ермакова объясняет, что вес у нее скачет на протяжении всей ее жизни, гормоны и увеличенная щитовидка.